Просто типа аномально маленькое количество участников, соответственно, аномально большие шансы выиграть. Короче, где этот ебучий смурфик находится? Но я бы его сделал здесь. Почему-то мне так кажется. Ну то есть, блять, интуиция такая, знаете, типа. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Сложный Процент. И сегодня я покажу вам супер крутой способ, как можно заработать 256 долларов в игре sandbox. Так вот, в чем суть? Дело в том, что Sandbox уже в который раз проводит такой супер крутой розыгрыш, значит, за прохождение карты и заполнение вот этой вот формочки. Вот, вот этой вот формочки. Ссылка, к слову, на которую будет в описании, и ссылка на этот твит тоже будет в описании. Так вот, за прохождение вот этой вот карты, которая в этом посте, и заполнение этой формы, мы получаем 200 м То есть будет выбрано 50 победителей, которые получат 200 M сенда И самый главный прикол, самое главное, то, что мы можем посмотреть на количество людей, которые от отправили свои скриншоты в этой акции. То есть вот вот это квота твитс, это сколько людей ответило под данным постом. Всего лишь 132 человека. То есть шанс на то, что мы выиграем в этой акции, он очень огромный. То есть практически один к трем. То есть каждый третий аккаунт будет выигрывать. Поэтому я думаю, в этом стоит поучаствовать. К слову, почему я сказал именно про 256 долларов? Дело в том, что если зайти на CoinMarketCap, то один токен бокса, который нам будет выдаваться, стоит 1 доллар 28 центов. И нам выдается 200 бокса, вот этих вот токенов, токенов сэнд. И если мы перемножим 200 на 1,28, то у нас получается 256 долларов. Так вот, что нам вообще потребуется для того, чтобы поучаствовать в этой акции? Сейчас я вам покажу э, супер краткий, ну супер короткий и супер быстрый способ, как выполнить все условия э, данной акции. То есть мы не будем полностью проходить карту, то есть не будем тратить на это время, просто по факту заполним форму и сделаем супер быстро скриншот в этой игре и выложим его здесь. Так сказать, под данным э, постом в Твиттер от э, проекта The Sandbox. К слову, о данной раздаче я уже писал в своем телеграм-канале, ссылочка на который будет находиться в описании. О своих итогах участия в данной акции я также рассказываю у себя в телеграм-канале, поэтому заходим, подписываемся, там будет много всего интересного. Анонсы на этот видео тоже я публикую сначала здесь, а потом выкладываю в видос. Поэтому если хотите все получать супер-супер быстро, то заходим. Так вот, давайте перейдем к инструкции. Для того, чтобы поучаствовать в этой супер-пупер раздаче, нам надо зарегистрироваться на сайте Sandbox. Так сказать, ссылочка тоже, на которой будет в описании. Мы регистрируемся. Для этого нам потребуется MetaMask, почта, также почта, ну и пароль, который мы придумываем. Я уже здесь зарегистрирован. Никакие деньги нам, к слову, не потребуются. То есть, эта схема полностью без вложений. Полностью без вложений. Типа мы просто коннектим наш MetaMask, если мы выигрываем, нам зачисляются m сенды Потом мы берем и продаем э, на определенной свавалке. Так вот, представим, что мы уже зарегистрировались э, в этой игре, скачали ее, все она есть. Теперь нам надо зайти на такую карту под названием Edge of the Abyss. Вот она у нас находится здесь. Я ее уже до этого проходил. В чем прикол? Значит, когда мы проходим э, вот по новой эту карту, то получается такая штука, то, что нам она не идет э, за счет прохождения здесь в игре. То есть нигде она не выбивается, там галочки вот эти не появляются. Это галочки со второго сезона. Поэтому мы просто берем и нажимаем на кнопочку play. Вот у нас загружается э, эта игрушка. Так вот, мы должны выполнить определенные условия, сделав скриншот в определенном месте. Но перед тем, как мы сделаем этот скриншот, мы для начала должны взять задание у этого э, черика, так сказать. И взять еще одно дополнительное задание на поиск смурфика. Короче, где этот ебучий смурфик находится? Значит, объективно он находится где-то в жопе, но я покажу вам путь к этой жопе. Вот, поэтому, в общем, мы бежим чуть вот сюда и собираемся на самый верх. И вот на самом верху находится этот смурфик, у которого мы берем задание на поиск смурфика, блядь. И которого смурфика мы находим, и у нас выполняется это задание. Что когда мы делали скриншот, у нас получается. Э, на карте, не дай бог, не. Блять, сука, не дай бог, не высветились вот эти вот э, ну, задания на поиск смурфика. Поэтому мы их как бы быстренько выполняем и бежим делать скриншот. А на все остальные в целом похуй. Вот, то есть мы попиздили с этим смурфом, и теперь мы ищем папу смурфика. Получается. Значит, где этого ну типа уёбка найти. То есть, как бы все довольно таки логично. Он находится на, на дне. Если его сын находится наверху, он находится на дне. Вот, он находится у себя в халупе. Вот, хуяк, и все. Готово. Он у себя в халупе. Все, мы выполнили это здание. К слову, по поводу того, как скрыть эти квесты. Мы должны нажать на кнопочку Q английскую или Y русскую. Хуяк! И у нас скрываются эти квесты. И для игры это вы... Ну, как, типа, на скриншоте это будет выглядеть как будто ебать, мы выполнили, типа, этот, задание. А на самом деле мы просто взяли и на кьюшку, типа, скрыли эти квесты. Вот такие вот мы хитрожопые. Все, теперь мы идем мутить скриншот. <плодиспляр> Теперь спускаемся, ну как, не вниз, по-моему, на респаун, да, респаун. И сейчас я вам покажу, как добраться до суперместа, которое у нас, к слову, э, находится в посте вот этого вот сэндбокса. То есть, мы когда заходим вот сюда вот, 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 вот тут вот надо как бы сделать скриншот. Ну, видя, ну я так предполагаю, то есть, как бы точных условий на самом деле нету, где его делать на этой карте. Но я бы его сделал здесь, почему-то мне так кажется. Ну, то есть, блядь, интуиция такая, знаете, типа... Вот, как сюда, добраться? как сюда добраться? Нам придется поебаться, ну, так сказать, с паркуром. Типа этот. Мы бежим вот а, вправо, а, так сказать, спускаемся вот сюда вниз. На дно, блядь. Чуть ниже спускаемся. Чуть ниже. Еще ниже спускаемся. И вот тут, вот, где-то здесь был водопад. По-моему, здесь даже но это не точно. О, да, все, нашел. Короче, это э, супер-пупер водопад, и здесь мы должны подняться. Э, подняться сюда можно э, паркуря, а вот эти хуйни. Типа, да, это может показаться сложно. Типа, квест может показаться ебаным, и вам это может очень сильно не понравиться. Я, ну, вас прекрасно понимаю, потому что мне САУ не нравится проходить этот квест. Но пиздец мало участников, просто типа аномально маленькое количество участников, соответственно, аномально большие шансы выиграть. Вот, я советую вам, возможно, даже на несколько аккаунтов пройти его, но надо как бы знать, как это делать, по особой супер-пупер схеме, вот, к слову, если вы не знаете, как проходить по особо-пупер схеме, типа в будущем я, скорее всего, сделаю видео, как обузить сэндбокс так, чтобы вас не спалили, вот, возможно, вам это дело понравится. И именно таким образом вы будете зарабатывать деньги. Ну, короче, я сейчас, блядь, попробую это говно пропаркурить. Надеюсь, у меня нахуй получится, потому что ну это пиздец. Типа. Опа. О, ебать, нихуя себе! Так. Оп. Опа! Да, Та, блядь, ебаный в Так. Короче, я, если что, вставлю вам удачную попытку. Типа этот, по порежу так, чтобы все было, заебись. А не, возможно, это будет туда удачно. Возможно, мне даже резать ничего не придется. Да, есть. Все, поздравляю, мы находимся здесь. Read, что-то там, read. Ну, в целом, нам плевать. Вот мы становимся вот так вот. Прям как на превьюшке. Вот так вот, на превьюшке. Зажимаем Shift Windows S. Типа у меня на системника Возможно, у вас другая команда. Это команда для того, чтобы сделать скриншот. Хуяк! Мы сделали скриншот. Прикиньте, мы его сделали. Я считаю, это победа. Теперь мы заходим вот сюда под этот пост. Ссылка на который в описании. То есть все ссылки. Для этого видео, для данной акции, они все будут находиться в описании под данным видеороликом, либо же у меня в Телеграме. Я их продублирую в Телеграме, поэтому заходим, так сказать, хуярим. Вот и теперь мы можем что-то написать. Мы Ctrl V, хуяк, твит готов. Прикиньте, твит готов. Ничего себе. Теперь мы должны что-то тут написать. К слову, если хотите написать что-то адекватное, можно воспользоваться переводчиком. Знаете, такая штука особенная, типа. Вот мы заходим сюда. Uh, и вписываем что-то интересное там, например, хуяк, мы написали это говно, теперь мы скопировали, uh, рядом с девелопсами я бы написал sandbox, и на самом деле я бы отметил их не твиттер на всякий случай. Короче, можете просто скопировать мое сообщение, то есть, ну, типа, не обязательно что-то придумывать свое, вот оно вот так вот выглядит. И мы жмем reply. та -дам! Все. Uh, советую поставить им лайк, возможно, его стоит, uh, как бы, share твит, блядь, там, я не знаю, поделиться им, ретвитнуть его, там, возможно, написать комментарий, лайкнуть себе, типа, проявить какую-то активность у них, так сказать. Возможно, это нам даст какие-то... О, кстати, сэндбок чуть поднялся, так что это уже не 256 долларов, а на где-то долларов, не знаю, 2, может, больше. Так, теперь мы заходим в формочку. Вот, вот эта особая формочка. Теперь мы вот тут вот ее заполняем. Здесь мы, вот я беру, перевожу через переводчик. Добавьте прямую ссылку на свою запись в Твиттере. Написано. Как бы, я предполагаю, то что прямая запись в Твиттере, это вот, типа, ссылка на него. Вот, вот вот эта прямая запись. Но возможно, возможно, это все наебалово, и это не так. Типа, возможно, нам надо uh, зайти вот, tweets and uh, replies, и скопировать ссылку на свою запись. Как ее скопировать? Жмете на эту ебучую стрелочку. Копий Link to вид Я вставлю э, и так, и так. То есть, я отправлю две формы. Одну я вставлю вот сюда на свою запись э, то есть на свой твит. Э, дальше зайду в MetaMask, вставлю сюда свой кошелечек. Э, к слову, именно этот кошелечек. У меня преconнекшен как к сэндбоксу, типа этот, э, так и просто. Я им пользуюсь. Поэтому. Мы сюда будем получать наши токены. Вот. И сюда мы вписываем ник наш в игре. Ник в игре: мы или запоминаем, блять, при вводе, или заходим к себе на сайте сэндбокса в профиль. Вот, в профиль. И вот отсюда его мы копируем. То есть, у меня вот такой ник, и почту я вам не скажу. Готово. Теперь мы жмем отправить. И ничего себе! Мы выполнили все условия, которые есть в этой акции. То есть мы ее пробузили. Мы не проходили full эту ебучую карту. Ну а теперь мы продолжаем ее проходить. Значит, наша задача, мы жмем на Q: собрать 4 чекпоинта, вот эти, и найти 25 э, блядских камушков. Вот эти вот. Камушков этих дохуища. Но я помню, так сложно было, когда я проходил этот уже квестик. Так сложно было находить эти камушки, блядь. Потом, я, я не знаю, в чем мне так это было сложно. Не помню, вроде каких дохерища типа этот, но мне там одного или двух не хватало, поэтому в данном квесте я советую вам, ну типа, не пренебрегать поиском камушков, как только вы их видите, сразу берете, блять, вот подходите к этому камушку, говорите, я тебя забираю и забирайте его все, вот. и вы его забрали, его молодец. Теперь мы жмем respawn, вот такая вот команда еще раз, чтобы осмотреться по территории. Все чекпоинты, они у нас подсвечены, то есть в целом мы можем вот так вот бежать, видим вон там чекпоинт и бежим к нему его э, расчекпоинтировать. Я хуй знает. Вот. Все, мы расчекпоинтили вот этот вот чекпоинт. Э, осталось еще два, где они могут находиться. То есть мы смотрим по сторонам и понимаем то, что в основном все наши чекпоинты находятся где-то снизу. Э, но нам же надо где-то взять кристаллики. Э, где их можно взять? Как бы, скорее всего, тоже снизу. Вот, мы спускаемся вниз, идем, 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 спрыгиваем даже, возможно, в некоторых ситуациях. Опа, так, вот чекпоинт у нас один на корабле, получается. Уже половину, почти половину кристаллов мы как бы нашли и залутали. Но мне кажется, все равно будут какие-то проблемы с их поиском. А вот один где-то там и один где-то снизу. Но в целом можно просто э, в, снизу сюда. А, опять чекпоинтов. Бля, ебать, я оговорился Это плохо. А ну-ка, еще раз. респаун Чтоб я не поднимался на... Ой-так. Слэш. рес Вот, надеюсь, вам видно. Вот вот этот вот квестик. где Как ему надо аккуратно спуститься, параллельно лутая все на своем пути. Бля, а он внутри, да? Внутри. Вот он. Так, все, залутали. Теперь мы должны побегать по карте и все-таки поискать вот это говно. Так, -с, мы бежим, 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 бежим. Если бы я знал, где все находятся эти кристаллики, было бы, если честно, намного проще. И вы бы сейчас не смотрели на то, как я бессмысленно слоняюсь по всей вот этой вот карте. В надежде на то, что найти, найду какой-то кристалл. Но насколько я понимаю, как устроена карта, тут есть этажи, и на каждом этаже есть определенное количество их, вот этих вот кристалликов. Соответственно, мы будем спускаться от этажа к этажу в надежде на то, что мы найдем какие-то кристаллы. Вот один я уже нашел, то есть осталось всего лишь 9. К одному можно в целом спрыгнуть, вот так вот. Вот тоже я его нашел. Где-то, возможно, на дне тоже есть этот кристалл, но не точно типа я не уверен я я давно проходил эту карту так что с вами я ее прохожу первый раз так на дне мы не получили это значит то что на дне только один мы еще раз жмем респаун. вот то есть это для тех людей которые сыкуют то что каким-то образом а, мой супер авторский и супер ну как бы интересный обуз а, который я думаю то что никогда не спалят разработчики все-таки спалят а, пройти карту честно то есть придется поебаться с вот этой вот херней. Полазить. О, о, нашел один. Полазить, что-то побегать, полутать эти кристаллы там. Короче, херней помается одним словом. Но в целом я думаю то, что эту карту можно вот сейчас не проходить, как я, а сделать, как из первой части видео, вряд ли вас спалят. Потому что, ну, блядь, нигде она не отмечается. Типа этот. Я как ее там не проходил, как не искал, в упор не могу найти, где пометочка о том, что я прошел, ну, короче, никаких изменений не видно. Возможно, разработчики как-то отсеивают таких абузеров, которые вот это что-то пиздят, что-то рассказывают, но я думаю то, что у них вряд ли это получится, хотя, возможно, все, возможно, все. Так, где еще кристаллы? Надо осмотреться по сторонам. Я пропустил 5 штук. Где-то 5 штук должно быть. Возможно, парочка я найду наверху. А ну-ка, сейчас попробуем. Не, видимо, не найду. Ладно, поднимаемся, не проблема. Видите, вот много людей проходят эту карту. Почему они проходят? Потому что они хотят сделать этот квест. Но вот 130 человек, скорее всего, их будет больше. Типа, скорее всего. То есть будет там, например, 1000 человек. А, нет, ну 1000, это, наверное, многовато. Типа этот. Ну там 300. Все равно шансы на получение 200 баксов, они огромные. Вы можете прогнать несколько аккаунтов и в итоге, ну, заработать, ну, котлетище. Понимаете? Просто котлетище. О, вот там, нашел кристаллик один. Может еще где-то сейчас найду. Может я слепой просто. А, вон там еще один есть. Так, значит, бежим за этим кристаллом. Раз, его залутали. Теперь поднимаемся обратно. Бежим за еще одним кристаллом. Сейчас, вон там. И останется где-то три. Вот, конечно, блядь. Где найти эти три кристалла? Да ебаный! Стыд. А, не, я так поднимусь к нему. Похуй. Я бесстрашный. Мне на все плевать. Вот, так, залутали. Где-то еще должны находиться. Ну, где они могут быть? То есть, на самом деле, э, есть охуенный способ, как искать эти кристаллы. Значит, бегать в тех местах, в которых вы уже не бегали. Как бы, как это не звучало тупо, но в основном игроки бегают просто, блядь, по кругу. И объективно шансы, о, нашел кристалл, шансы на нахождение кристаллов именно таким способом, их, ну, меньше и меньше. Потому что человек бегает по одному месту, он по-любому их залутал, но он все равно надеется на то, что, блядь, вот я по-любому залутаю что-то там, какой-то особенный кристалл. Типа этот, я по-любому что-то пропустил. Вот, а если нет, блядь, если вы, оказывается, так, что вы не тупой и вы не пропустили кристаллы. И как бы вы вот так по кругу просто бегаете, ищите эти кристаллы, типа, из-за того, что у вас самооценка ебаная, блядь. Типа из-за того, что вы тупым себя считаете, что вы кристаллы не можете найти. А на самом деле вы уже все нашли. Осталось только в каком-нибудь месте, в котором вы не знаете, где они находятся. Так вот, надо найти еще два. Где они могут быть? Где они могут быть? Распавну, еще раз. Два кристалла. Так, возможно, я это говно нарежу, но это не точно. Будете слушать мой чёс. Ну, короче, я сейчас, наверное, побегаю тут. И когда я буду находить кристаллы, я просто буду вставлять о том, что ебать, посмотрите, я его нашел. Какой же я умный, посмотрите на меня, какой я хороший и умный. О, нашел, короче, вот еще один. Еще один, это победа. Остался последний кристалл где-то. Где он находился, который я нашел, рядом с водопадиком. Мы тут уже ходили, бродили, бегали и так далее. Вот, ну, а не, вон туда я, по-моему, не выходил. Давай, все-таки дальше проверю. та -дам! Все, ебать, поздравьте меня. Два кристалла чисто были у меня под носом. Все, игруху мы прошли. И понимаете, в чем самый главный прикол? Вот я прошел игру, да? То есть, типа, я сейчас беру, как бы, и выхожу с этой игры нахрен. Типа, например. Ну вот, как бы, не захотел я в нее играть. Типа, и нихера не поменяется. Вот я зашел сюда, вот альфа, э, альфа плей. Э, Ничего здесь не меняется. Чисто, похуй. Ну да ладно, не важно. В общем, я советую вам поставить, как бы, ну, царский лайк, как бы, под это видео. Подписаться на мой YouTube канал, потому что, ну, блять, это не шутки. Я, как бы, одним из первых делаю супер интересные видео, про которые никто не делает видео. Поэтому я считаю себя охуенным. Поэтому подписывайтесь на меня. Также про телегу тоже не забываем. Тоже имеет смысл подписаться все анонсы, все находится здесь. Телегу я веду довольно-таки активно, поэтому всем советую. Чуть-чуть осталось для того, чтобы добить 100 подписчиков, к слову. Так что, ну, как бы ни на что не намекаю. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.